Вот какие просторы в Ростовской области. Мы только что проехали Миллерово, и какая красота. Вот прям просторы необъятные. Поля. Луга. Прям какая широкая и богатая область Ростовская. Смотрите, какие подсолнухи, какая красота. Вот что я хотела вам показать. Наконец-таки я вам показала. Ну, сейчас холм – это такая вот отличительная особенность, особенно Ростовской области. Но сейчас он закончится, и мы дальше будем наблюдать всю красоту подсолнухового поля. Ай, какая красота! Ай, какая прелесть! Поезд бежит, мчится, поезд скорый. Итак, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, будьте с нами, будьте в курсе интересных событий. И всем пока, до встречи!